Всем привет, дорогие друзья, с вами Меридар, с вами Diablo 1, модификация Вельзевул, и на повестке дня у нас Король Леорик. Король Леорик, и попутно будем зачищать третий уровень. Так, наш варвар немножко модернизировался, да, эволюционировал в мага. Короче, поднадоело мне за варвара играть, и параллельно я качал некроманта. Вот, и он как раз-таки тоже... перешел на третий левел и решил, я не знаю, пока побегать за некро. Просто, блин, жалко. Такое количество спеллов, а наш варвар ничего не может применять. Так что пока побегаем за некром. И видим, мы уже научились. По умолчанию мы можем призывать зомби. Вообще очень беспонтовое существо. Дамаг, да. Шанс попадания. Короче, медленный. Где-то постоянно тусуется, черт знает где. Вот, и сейчас на 8-м левеле у нас появился скелет. Скелет четенький. Правда, один только. Вот, второго не можем вызывать. Но он такой быстрый, следует за нами. Короче, нормально. О, что это такое? Шанс... А, шанс статика. Ух ты. Кого-то уже лупят. Блин, вот... Нравится мне за суммонеров играть. Особенно во второй Диабле было здорово. Тихо-тихо. За некромонсера. Навызывал целую стаю суммонов. И сиди себе, балдей. Так, книжку учить не можем. Ладно, пойдем дальше. Ух ты! Скелет заработай. Поясок какой-то. Так, свитков у меня, естественно, нету. Очень приятно. Блин, поиграл я параллельно в оригинальную Диабло, буквально там пару левелов зачистил. И насколько приятно играть в эту вот модификацию Вельзевул. Ну, она такая больше, конечно, под второе Диабло такая, заточенная, похожая. Ну, вообще, очень удобно. Во-первых, графику подтянули. В оригинальной Диабле она такая более темная была. Вот, кстати, ну, не знаю, плюс это или минус, но мне вот это вот больше нравится. Она такая более светлая, более... проработанная, более приятная. И еще мне кажется, что в этой модификации как-то что-то с управлением сделали. Гораздо приятнее управляется. Так, сейчас нашего скелета там завалят. Или нет? В оригинале как-то больше по диагонали, что ли, ходили персонажи. А может и нет. А может и да. Но мне кажется, как-то, блин, что-то сделали с этим. Больше он слушается мышку. Блин, мана, конечно, кончается. Кстати. Резист от холода. Так, и 20 хитпоинтов. А у меня что? Так, у меня фигня. Может, он еще... и трехрядный? Нет, двухрядный поясок. Да, манна жрется, конечно, знатно. Но это того стоит. Не надо ни за кем бегать. Ну, как я и говорил, за милишников проще начинать. Вот, по крайней мере, в оригинальной Диабле, да. Ну, я подозреваю, и в моде Вельзевул то же самое будет. Вот, кстати, тоже одна из фич. В оригинале этого не было. Можно забиндить кнопочки там от F1, F2 и так далее, по-моему, уже говорил. Вот, и клацая по ним, вызывать нужные скиллы. Вот, казалось, мелочь. А, блин, в оригинале этого нету, и во многих дополнениях этого нету. Блин, очень не хватает. Так, вот мы подняли нашего зомби.
Ну, зомби есть зомби. Он на своей волне. Но все равно. Поначалу довольно-таки неплохо мобов отвлекает. Вот, постоянно где-то тусуется, черт знает где. Но все равно круто. И опять-таки в оригинальной части что-то я не припомню, что там можно было суммонов вызывать. Хотя, блин, по-моему, там голем был. Типа каменный или глиняный. Блин, подзабыл уже. Если что там, в комментариях напомните, вместе поностальгируем. Так, нам нужно найти гнездо Леорика. Так, тем временем у меня кончилась мана. И на помощь приходит такое замечательное заклинание, как Темный пакт. Да, как он там? Dark пакт. Короче, ХП в жизнь перемещает. Хилинг. Блин, что-то жалко мне уже на одиночных целей нашу волну молнии использовать. Ну, так он неплохо наваливает. Ну, больше всего мне нравится, что он такой шустренький. Так. О, книжечку сейчас скушаем. Ага, книжка-то не лезет. Блин, не то классно. Хотел я хилинг, да? Хотел я на эти, на другие молнии перейти, да? Как они называются? Господи, забыл уже. Чардж болты, да? Чарджет. Но у них разница в мане на 2 единицы. То есть у молнии 10 единиц, а у таких вот барашков 8. Как бы это такое? Так. Кого-то там скелет рубать, не того, кого надо. Не мешало бы в город за маной сходить. Так, что выкинуть такого бесполезного? Выкинем. Так, ты подымать-то нечего. Ладно, пойдемте в город метнемся. Благо у меня есть. Есть-то заклинание телепортации. Портала есть, а вот маны это голяк. Сейчас 22 секунды подождем. Так, что это такое? Хилинг. Ладно, хилинг сюда. Блин, и поясок тоже прям крутая вещь. Так. Идентификация, еще хилинг сюда. Это сюда. Блин, тут идентифицировать-то нечего. Я вон в золоте весь хожу. Так. Хлоп. Блин, классно, что гида сделали, добавили. Можно там, блин, кстати, посох. Бабла прикопить, да, поиграть с ним в азартные игры. Блин, сундуки это вообще такой кайф. Я говорю, вот поиграл в оригинальное Диабло, там пару уровней пробежал. И вот чувствуется такой дискомфорт, пипец. Да. И тоже, скажем, продажа. Раньше мы помним, не было картинок, а был только текст, да? Название брони и характеристики его. Как бы такой old school. Так, бесплатно отдаем. 400, 200, 700. Такое.
хрена не выгодно. Так. Пошли кадры сгоняем. Так. Посохи. Что в нем хорошего? Да ничего хорошего. Огненная стена 4, 14 зарядов. Да. Тоже ничего хорошего. Ничего хорошего. А здесь что? Тоже фигня. О, княженцы. 3000 молния, а у меня 4000. Блин. Пока так. Пока на банке все будет уходить. Так, и давай-ка ты мне пополнишь. О, кстати. Могу ли я что-нибудь изучить из ранее отложенных княженцев? Оп. Нормально. Так, а дети, по-моему, ничего не могу. Положим сюда. Все, пошли. Прикольно сделали, что жители стали перемещаться. Ну-ка. С барашками их закидаем. Охренеть, он дверь открывает. Ну, красавчик, конечно. Так. В той комнате никого нету. Как-то я книжечку пропустил. Вот, это что-то золотое лежит. Лук. Пойдет. Кстати, нужно внимательнее относиться к подбиранию голды, ну и вообще к голде. Вещь такая. Довольно-таки нужная. То есть в один прекрасный момент можно оказаться без золота. Ну, вследствие без банок. Все, и пойти чистить там предыдущие левелы. Благо в этой модификации, в модификации Вильзевул, сделали так, что когда ты из игры выходишь и заходишь заново, то уровни подземелья обновляются и мобы, следовательно, тоже. Поэтому, если попали в просак, да, кончились деньги или там сложно проходить дальше стало, можно вернуться на предыдущий уровень. Кстати, вот резиденция Леорика. О, шапка. Шапка? А, или что это такое? Мужики. А, блин, это броня. Крепкая, танки наши быстро. Блин, и свитка нету, да? Ну и фиг с ним. Ну чё, пошли к Леорику. Давайте, наверное, тут по старинке откроем портал. И поехали. Блин. Офигенно. Насколько я помню, он говорит там тепло жизни что-то там осквернило мой склеп. И я помню, когда мы играли с другом на Соньке первой, говорил он это по-русски, в таком корявом перекособоченном дубляже, гундосище. Но все равно это было очень эпично. Так, а вот это... А, левел. Левел, говоришь. Магию, наверное.
Пока ХП нормально. Вот, здесь нужно в каждой комнате эти рычаги потрогать. Здесь, я помню, можно так неплохо разжиться шмотками. Блин, поможете? Саркофаги можно было открыть. А, не-не-не. Вот эти вот сундучки открываются. Да-да-да-да-да. Так, что-то я банок натарил. Слишком много. Став. Блин, определить нечем. Ладно. Вот, по-моему, вот этих сундуков должно быть штуки 3. Сейчас чекнем. Голдишку. Да, не брезгуем собирать голдишку. Если не хотите остаться без банок в итоге. Так, спокуха. Охренеть, это был взрыв трупа? А вот и Леорик. Ой-ой-ой. Да, блин, маг есть маг. О, скелеты отлупили, да? Кстати, скелет, заметили вы, не заметили? Офигенскую роль сыграл. Он отвлек Леорика и там пацанов с ними. Так, я хочу корону. Я хочу вызвать скелета. Этот зомби как-то вызывается, интересно. То ли на труп навести надо. Блин, агрессоры какие. Ну-ка. Фиг узнает. Как-то то вызывается, то не вызывается. То ли из скелетов зомби не поднимаются. Непонятно. Офигеть, распяли кого-то. Так, давайте сгоняем. Определимся, что-то тут банок не в себя набрал. Блин. Или подождите, или так сходим. Так. О. Ладно, так пройдемте пока. Здесь, насколько я помню, должны быть такие оригинальные мобы. По-моему, вот в этой вот комнате. Да, мне кажется, попроще стало прицеливаться. А в оригинальной Диабле как-то больше по диагонали персонажи ходят. Ну, персонажи, мобы. Все, короче. Ого. А где лут? Ну и ладно. Так, пакт. Вот, да, вот эти три сундука. Так, золотой лук. Княженцы. Хотя мне все равно возвращаться надо. Давайте сходим в город. О, напялим на себя корону, посох золотой. Да. Мы крутые чуваки. Ну-ка. Хаин, друг мой. Давайте.
Так, резист от молнии, плюс сила заклинаний, плюс магия. Не, ну лучше белого, конечно. И 27 зарядов хилки. Ну, тоже такое пойдет. Так, корона. Броня 8 и щит стелс. Стилс. Короче, лайфлич. Стрэндж, фаер. Возьмем. Так, а что же еще было? А, вот что. Декстра. Минус 5 армор класса. Резист фаер, резист лифтинг. Резист колд. Блин, прочности мало, я заколебусь в город ходить. Хотя, в принципе, меня особо никто не бьет. Ладно, попробуем. Так, лук. Лук фигня. Ну, на первом левеле потаскать нормально будет. Давайте, не знаю, пока сложим в ларец наш. Деньги пока есть, если что, в голодные годы продадим. Так, это выкинуть. Так. Так. Княженцы выучить. Неплохо сходили. Ладно, давайте уж соберем. Что влезет, что? Добру-то пропадать. Вот, да и на выход пойдем. Все-таки какого черта не поднимаются зомби? Слушайте. Ну, мне кажется, что... А, вот эта комната, наверное. Короче, такие типа... Носороги должны быть. Здесь, что ли? Так, засада. Короче, мужики такие разбегаются, чаржатся. Эх, люблю молнию. Ой, пояс. Блин, ну скелет красавчик, конечно. Что тут, сундука нет, что ли? А, вот он. Филинг, шапка. Не, нормально. Да, прочности маловато. Зато резисты кое-какие. Пойдет. Так, вроде же все исследовали, да? Пошли на выход. Так, ну, Леорика, в принципе, просто завалили. Ну как просто? Скелет отвлек. Вот, и поэтому он так хорошо молнию насовал. Плюс молния у нас, черт знает какого левела уже. Пятого. Ну, неплохого, в принципе, левела. Но это благодаря тому, что я побегал варваром, потом я мага еще как-то создавал. То есть у меня был запас золота и запас книжек. То есть, по идее, было бы потяжелее, если бы с нуля начинали. Ну-ка, ну-ка, оп. Блин, люблю так делать. Не, маги, конечно, тема. Ни за кем бегать не надо. Так, пакт. Блин, зомби. О, подождите. Вызвались. Вызвался каким-то образом. Я подозреваю, он только
из живой материи может подниматься. То есть что-то я на скелетах пробовал. Так, а тут на нем самом ничего не написано? Не туда полез. А, да, конечно, с моим английским. Хрено знает. Кто в курсе, опять-таки, в комментариях напишите. Так, а что это я в шкаф не потрогал? Говорит, не лизи. Так, отлично. Это, по-моему, вверх не дочистил. Вот интересно, как эти вейпоинты расположены? Не, блин, очень приятно играть. Те, кто, скажем, ностальгирует по Диабло, или наоборот, там, ну, сами не играли, но много слышали, там, заходили в оригинальную версию, вас отпугивала там графика, там, низкое разрешение, да, текстурки такие стрёмненькие. Очень рекомендую этот мод. Просто, блин, настолько допиленный, дошлифованный. Так, а я все прошел? По-моему, все. Да? Тут все. Тут кусочек не прошел. Ну и фиг с ним. Подозреваю, здесь вот такая вот стена будет. Такого план. Короче, нормально. Леорика завалили, корону отжали. Уровень прошли. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Миридар. До новых встреч. Играйте в хорошие игры. Пока.